12-й маршрут следует с поселка Подстёпного и практически через весь город доезжает до департамента внутренних дел. Каждый день на линию выезжали 15 автобусов, интервал составлял 10 минут. По этой причине от пассажиров часто поступали жалобы на то, что автобус переполнен. Местные власти услышали народ и выделили дополнительно еще 5 автобусов и сократили интервал до 7 минут. Именно это и не понравилось водителям, ведь теперь их заработок значительно уменьшился. Но власти посчитали, главное, чтобы пассажиры было удобно, а доход водителей – это уже другой вопрос. Мы ездили каждые 10 минут. Конечно, ломались, но все равно справлялись, людей забирали. Работать стало неудобно. Нам приходится быстрее ездить, но людей мало, и мы не оправдываем поездки. Мы зарабатываем 20 тысяч тенге в день. На топливо в день уходит 10-12 тысяч. Кондуктору платим 3 тысячи тенге, водителю 8 тысяч тенге. А мы, хозяева, получается, вообще без ничего остаемся. Плюс на ремонт деньги нужны, сами знаете, что запчасти дорогие. Для того, чтобы не страдали пассажиры, этим утром автобусы пришлось брать из резерва и выпускать на линию. На встречу с водителями приехал заместитель директора автопарка «Уралавтотранс» и представители отдела пассажирского транспорта, которые заявили, что забастовка эта несанкционированная, и все вопросы можно было бы решить в кабинете за столом. В понедельник было собрание, мы их вызывали, слушали их это. Никто, в принципе, не возмущался, никто не говорил. Вот сегодняшняя акция, она просто несанкционированная. Они все, как бы, наемный транспорт у нас, да? Все хотят просто заработать побольше. И, как бы, ну, видать, не хватает им. Но, судя по которой люди жалуются, наоборот, не хватает здесь транспорта. Позже руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявил, что водители, устроившие забастовку, временно отстранены от работы. У нас основная обязанность перевозчика, наша задача – это вывести людей. То есть если мы с этой задачей пассажирным потоком не справляемся, то есть если желающих больше, мы, естественно, должны поставить дополнительный автобус. Наша цель – вывести пассажиров, чтобы они ездили, пользуясь маршрутом, а не целью ставить, чтобы водители или арендованные автобусы зарабатывали деньги. Это второстепенно же. Они должны в первую очередь вывести пассажиров, а во вторую очередь уже думать, сколько они заработают. То есть их позиция полностью она противоречит и человеческим, и законам. Мы будем с своей стороны полностью адекватные меры принимать. Также стало известно, что в ближайшее время власти заменят старые пазики по 12-му маршруту на автобусы большей вместимости. Олег Велихий, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.